стрелочки сюда указывают. Ну, это типа Floating 3. Вот, берите эти. И плывите. И плывите, да. Куда хотите. Не, ну прикольно, ну, да. Ну, видишь, обзор рынка, то есть тут есть. Ну, по-моему, все равно куда идти. О, какая милая пошлятина. А, и вот ну, это вот эти же коньяки, фибербулгарские. А ты обязательно накидаешь туда воды веслами и будешь сидеть в общем в воде. Понял, да? Да. Иди, а вода вон такая. Ну, мандровые крутые у них тоже. Смотри, какие мандровые. Ну, пойдем сюда, что ли. Пошли. Мандровые, дай сюда. Велкам. Нам говорят велкам. Hello. А, тут покушать можно. Hello. А что, где настойка? Здесь настойка? Hello. Да нет, вроде нет. Not yet, on the way back. А тут вот мангры, смотри, какие корни. Да, да. По ним так не погуляешь. Но там всякие крабы вкусные живут. Рыбки заплывают. Еще надо за них платить еще? Вот, смотри, да. Кроме билета. Конечно. Заготовки для ловушек как раз. Для краба. И рыбы. Вот, а там и каяки бесплатно. Понял, какая тема. Десятки летают. Смотри, какие камни классные. А это, мне кажется, лава застыла. Да, что-то вулканическое. Застывшая лава, а мы не зреваем. Нам сказали, что такая тропинка идет на целый километр. Такими. Это, конечно, позор. Это пластиковое что-то? Это позорно. Не позорно, зато дешево. Прикольная беседочка. Ага. Можно там посидеть, покушать что-нибудь, побухать. Не, ну молодцы, как убрали. А да. Тут ухоженный лес. Ага. Ну там удобство. Ну, удобство обязательно. А вот это как раз коконат, это настойка, что ли? Не, как она-то, она тебе просто кокос хотела открыть и продать. А, вот шляп.
запахнули сами. Да, был пятка. Да на пляже валяются. Ну да. Некоторые из них вполне нормальные. Конечно. Но много сил уходит на их открывание. Ну, нужен просто шурпогон. А. Готово. Красивая речка и бабочка. Ух ты, ух ты, ух ты. Ошибись. Что-то она кормится прям. Алло. А лепота. Всего за $2. Комфортабельная дорожка в джунглях. Ну, да. Вот еще какая-то уплая. О, их тут две. Гада наша, ага. О, краб ползет. Ага. Маленький еще. Съедобный и вкусный, да? В принципе. Ну, они в деревне продаются огромные. Ну, понятно. Да. У этого-то есть нечего. Ну, да, да. Я думаю, нам прямо. Ну, да. Красиво тут. Мне нравится. В общем, есть пеший маршрут и есть на байдарках за $10. Пеший круг. Sea view. Ну, пойдемте посмотрим на море. Ну, тут корни прям уже очень крутые, так справа вот эти. Да. Мутант. Просто так не прорваться. Знаешь же историю, как провалилось антиреволюционное нападение на Кубу? Нет. Ну, чуваков высадили просто вот в такие корни, и они не ох смогли. Ты, ёлки, они не смогли ничего сделать. Да? Они не смогли пролезть, их просто всех там перестреляли, и все, и на этом все закончилось. Похоже, у них тут не кольцевой маршрут.